Всем привет! Мы в Кракове. Будем здесь 2 дня, ну и по всем вам расскажем. Смотрите, будет интересно. Вот мы заселились в Кракове. Вот в таком вот, в принципе, неплохом. Ништяком здесь, да? Да, хостеле. Ну вот так вот у нас тут. Стоило порядка 1 рубль с носа. Будем здесь жить 2 суток. А сейчас пошли гулять. Снова ждем, короче, местную жрачку. Пустякова нет. В Кракове. Вот так вот. Обед дня. 12.90. Ну вот здесь вот мы покушали. Неплохое место, дешево. Традиционной польской кухни. Ну, чувак тоже покушался. Место узнали из приложухи «Орел и Решка». Всем советуем. Не удивляйтесь, мы в еврейском квартале Кракова. Вот такая здесь движуха. Ну вот, мы все в Кракове. Гуляем. До реки Висла. Стосла. Гданьский чем получше, да, будет пока? Да, гданьский по-любому лучше. Совсем по-другому. Как-то не так. Евреи какие-то вообще. Евреев не нашли, хоть и были в еврейском квартале. Только музыку. Зазывалы в сиськобары вообще надоели. Вообще бросаются уже под ноги прям. Здесь все-таки подороже немного. Магнитики, хуитики, шарфы 2,5 раза дороже. Вообще, это гданьский. Гданьский. Даже палец. Всем гданьск, пацаны. Ну вот мы, вечерний, ночной Краков. Наблюдаю. Где мы? Вот мы на главной рыночной площади. Ну, все в мыльных пузырях, светящихся штуках, дроны какие-то летают. Клево. Люди ходят. Ну хоть что-то. А, лошади не пахнут. Лошади засрали всю мостовую. Да. Успевай, возьмите какой пузырь. Вот такие девушки его написал. Могут. Привет. Привет. Мы еще в Кракове. Привет. Лавит. Холм, на котором стоит Королевский замок. Собственно, это Z2. Собственно, опор второй, нуля. Да, вот так вот. Как всегда, детей много, гуков всяких стальных. Вот, собственно, мы... В царских палатах. Да, во дворе дворца. А вон, походу, и цари портреты еще будут. Царевна. Ничего так здесь. Плохо жили люди. Да. Чтоб все так жили. Да. Как я. На Бибене. Мы в башне на рыночной площади. Короче, подъем стоил 9 злот с человека. Ну, мы думали, там можно подняться наверх, на открытый воздух, посмотреть, все сверху обойти, круговое движение посмотреть, так сказать. В общем, нет. В общем, нет. 3 окошка, душно. Механизмы часов. В общем, я бы не пошел бы. Знал бы, что есть такая шапка, не пошел бы. Ну, пытаемся хоть как-то вытянуть массу полезного. Но что-то не получается. Ну что, пацаны, вот мы посетили эту башню. Как говорится, с орлом. Орла там никакого нет. И быть не может. Даже эта шапка.
Короче, подняться на нее стоит 9 злот. Мы-то думали, подняться, можно посмотреть все вокруг. А не тут-то было. Не тут-то было. На самом верху, самое интересное, 3 окошка закрыты. И все. Все 3 окошки поснимали фоток. Да. Знал бы, я бы не пошел, реально. Крак и дошка, движуха музыкальная, посмотрите. Друзья, мы пробили полуночную едальню. Вот такие две штуки прикольные. Запах здесь стоит. Колбаски, булки. Стоят 8 злот. Ну, видите, какая очередь. Видимо, это очень круто, вкусно. Сейчас будем пробовать, вам расскажем. Ой, парни, колбаса супер. Просто реально. Всем советуем. Слюнями захлебнуться можно, насколько вкусно. Реально вкусно. Сточок. Так что, с 20 до 3 часов ночи около рыночной площади голубой вагончик. Голубой этот самый микроавтобус. Да. Да. Два мужика делают реальное дело. Все, всем привет. Ну что, последний вечер в Кракове у нас, а тут какой-то на центральной площади какой-то религиозный праздник. Большой страх. Да, народу много. Сцена, звук. Полиция, пьяные крики. Все как надо. Ну что, что скажем о Кракове? Пару слов. Пошли, ну что мы здесь? Два дня мы в Кракове, да? Ну, в принципе, два дня это оптимально, что здесь можно быть. Выжить, чтобы из него. Да, все, в принципе, всю центрашку облазили не по разу. Все, что могли, посетили, все, что могли, рассказали. Народ везде доброжелательный. Ну, в принципе, да, неплохо. Город неплохо, можно приехать. Ну, а больше здесь время, я даже не знаю, что здесь сделать. Здесь только ездить в земляные пещеры, в Освенцим съездить. Ну, а в самом Кракове уже делать, по большому счету, нечего. Экскурсия туда, где-то по сотке, да? Ну да, экскурсии по-разному. Так что вот, ну, Краков посетить стоит. Не знаю, поеду ли еще, но при случае обязательно скатаюсь. А так специально не поеду. Все, спасибо. Смотрите нас дальше.